Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Дарья Мижицкая выиграла Кубок Европы по дзюдо. Самара принимает чемпионат страны по пляжному футболу. Самарские велогонщики – самые быстрые в стране. Армеец Антон Самохвалов выиграл всероссийские соревнования по велоспорту шоссе. Многодневная гонка прокатилась в Ижевске. В итоге Самохвалов показал общий результат на финише 9,5 часов. Второе и третье места тоже у самарцев Александра Жданова и Евгения Зотова. Они пересекли зачетную черту с одинаковым временем. Их отставание от лидера чуть более 2 минут. В Самаре проходит первый этап чемпионата России по пляжному футболу. Формат турнира сохранился без изменений. По результатам 14 туров 4 лучшие команды пройдут в суперфинал, где решится судьба медалей. В Самаре на этой неделе состоятся первые 5 туров, помимо традиционных участников чемпионата. Крыльев Советов, Кристалла, Локомотива, Эл-Монта и ЦСКА в этом году заявили о себе 3 дебютанта. Столичный Спартак, Саратовская Дельта и Золотой из Санкт-Петербурга. Руководитель пляжных крыльев Советов Евгений Храм отметил, легких игр не будет. Тут сразу будет битва за каждые очки. Поверьте, что все хотят попасть в суперфинал, все хотят биться за медаль, у всех амбиции. Поэтому никакой разминки здесь вообще даже близко не будет. Золотым кубком Европы порадовала самарских любителей спорта дзюдоистка Дарья Мижецкая. В Словении она показала блестящий результат. В весовой категории 57 килограммов Мижецкая все свои поединки завершила досрочно. На втором месте Джессика Клим-Каит из Канады. Бронзовые медали по традиции достались 2 спортсменкам в этом году. Это канадка Катарин Пинард и немка Амели Столл. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.